Ну, а далее мы пойдем по порядку и посмотрим, что же тут еще у нас есть в этом собрании сочинений. В первом томе раннее произведение Сергея Есина. Романы, первый его роман «Имитатор», «Гладиатор», «Соглядатай» и «Незавершенка». Четыре романа, которые объединены тематически. И это одна из магистральных тем творчества Сергея Есина. Я бы сказал, я бы его определил в этом, в этих романах в жанре сатиры, поздней советской сатиры, постсоветской сатиры, которая направлена не на социалистическое абсолютно общество, не на людей, которые представляют собой русскую, советскую, в том числе цивилизацию, а на отдельных его представителей, которых мы бы могли назвать неким обобщенным термином приспособленец. Вот сатира, может, иногда скрытая, может быть, очень злая, не всегда смешная, иногда даже очень трагичная, горькая сатира, которая показывает лицо приспособленца, иногда даже злодейское лицо, которое, так скажем, совершенно разрушительно действует на окружающих. А вот это лицо, в том числе и на родных людей даже, вот это лицо здесь представлено и в романе «Имитатор», и в последующих произведениях теми самыми героями, которых мы бы вот как раз сказали, что это классический советский приспособленец, карьерист, который живет в своем мире, который готов, наверное, уступить очень многое, вплоть до собственного таланта, в угоду тем благам, которые он может получить в обмен на это. Ну, а поскольку гений и злодейство – вещи несовместные, мы это знаем прекрасно, то судьба как раз и разводит мосты для этих персонажей, иногда ломая их карьеру, иногда приводя их к трагическим последствиям своих, вот этих, своей жизненной позиции, наверное, даже не только действий. И наказывает их порою. Да? Вот, собственно, на эту тему очень интересное произведение. И когда они были изданы, многие примеряли образы тех персонажей, которые в этих произведениях выступали в роли главных героев, примеряли их на реальных исторических персонажей того времени, на реальных художников, на реальных писателей, на реальных деятелей культуры, других людей известных, которые бы могли, по мнению критики, по мнению, там, так сказать, обывательского мнения досужего, быть прототипами этих персонажей, этих героев, этих произведений. Или антигероев, если хотите. Вот. И вот это вот та очень интересная литература, которая также написана тем же самым есинским текстом, есинским профессорским языком, которое также во многих случаях это повествование от первого лица, это множественные подтексты, связанные с размышлениями, побуждениями, мыслями, иногда очень грязными,
мыслями этих персонажей, которые, собственно, и призваны раскрыть сущность их человеческую для читателя. Во втором томе тоже несколько романов. «Сам себе хозяин», «Затмение Марса», «Казус или эффект близнецов» и «Стоящие в дверях повесть». Да? Три романа и повесть. Вот здесь продолжаются весьма интересные общечеловеческие темы, которые поднимает Сергей Есин. И одна из них уже препарирована под неким углом современным, углом постсоветской литературы. Это «Казус» или «Эффект близнецов». Это произведение весьма и весьма, возможно, неожиданное для представителя направления социалистического реализма, к коим, безусловно, относит себя Сергей Есин, по духу, по содержанию. Это роман-утопия о некоем отдаленном будущем, которое, наверное, нам, как и многие утопии, известные нам и Хаксли, и, конечно, знаменитый роман Замятина «Мы», да и, наверное, отчасти и Войнович со своей Москвой, и некоторые другие произведения такого утопического плана, они рисуют, скажем там, нам нашу жизнь в некотором фантасмагоричном, трансформированном будущем с совершенно нетипичными, может быть, даже, можно сказать, нечеловеческими свойствами, организациями человеческого общежития. То есть упала институциональная основа общества, та, которая была присуща даже советскому строю. Возникают совершенно тотализированные государственные надстрочные структуры, которые жестко контролируют человека. Наблюдается вот разделение, соответственно, людей на тех, которые живут в организованном обществе, которые являются изгоями и живут в некоторой другой реальности за пределами некой, так скажем, стены, отделяющей один мир от другого. Вот. И вот само существование в этом мире по его законам, по его установлениям морально-этическим представляет себя довольно-таки убогую, с одной стороны, а с другой стороны, страшную картину. И вот этот еще один, ну, очень своеобразный, очень такой есенский вариант утопии нам очень интересен будет, прежде всего, с точки зрения понимания позиции автора, который все-таки себя продолжает позиционировать как социалистический, советский писатель, партийный писатель отчасти даже, да, но который при этом ищет и возможные негативные стороны бытия в том случае, если общество заходит в некие идеологические тупики. Вот такой Сергей Есин представлен в этом томе.
третьем томе мы можем найти роман «Твербулель. Логово вымысла» и роман «Отступление от романа» или «Сезон засолки огурцов. Педагогические этюды. Размышления об искусстве стать писателем». Это вот как раз те произведения, которые раскрывают нам сущность писательской среды. Возможно, не всегда лицеприятно. Я уже отмечал, что лично я воспринимаю Сергея Есина как очень специфического сатирика. Не смешного, но явно заточенного на неограниченную, неизбывную критику очень многих наших пороков человеческих. И, собственно, вот эти произведения как раз о литературно-писательской среде, о педагогической среде, о процессах литературного творчества и в том числе о тех очень ярких личностных моментов, которые возникают в этой среде как в связи с творческим процессом, так и на бытовой, что называется, основе. Ну и пятый, последний том этого собрания сочинений, он содержит есенские произведения «Маркиз», «Марбург» и «В зоне Танатоса». Это интервью о собственной жизни, очень короткая заметка. Ну, два романа тут. «Маркиз» – это еще одно проявление творчества Сергея Есина. Это исторический роман, причем не на отечественную тему. Это Франция, это, так сказать, совершенно интересная, совершенно неожиданная тема, которая вместе с тем, так сказать, пересекается и с российской темой, то есть вот сопряжение, так сказать, российского исторического прошлого и, значит, влияние в том числе европейской культуры на те процессы, которые происходят в нашем Отечестве. А это, ну, довольно распространенная тема, о которой мы многократно говорили, которая исследуется многими писателями, и мы еще неоднократно будем об этом говорить, тема исторического романа такого плана. А «Марбург» – это роман о личной писательской и человеческой трагедии, которая настигла Сергея Николаевича Есина уже в весьма зрелом возрасте. Супруга его, которая скончалась в 2008 году от тяжелой болезни, писательница и кинокритик, у нее было тяжелое, очень хроническое заболевание, связанное с почечной недостаточностью, которое, безусловно, сопровождается определенными там известными нам процедурами, гемодиализом непрерывным. На протяжении очень многих лет это происходило. И вот, значит, вот этот весь процесс, связанный с этой болезнью, с попытками лечения, так сказать, этой болезни в совершенно разных ситуациях. Вот. И в конечном итоге все-таки смерть супруги, которая, так сказать, настигает ее, как я уже сказал, ну, в данном случае персонажи имеют другие имена и фамилии, естественно, настигает ее, так скажем, разрушая жизнь, привычную жизнь писателя в последние, в общем, по существу, годы его жизни, хотя на самом деле писатель Сергей Есин пережил жену на 9 лет и
продолжал заниматься литературным творчеством в этот период весьма активно. Но в том числе написаны этот роман, роман воспоминаний. И вот эта тема супруги и в дневниковых записях, и везде. Тема болезни, собственной болезни, вот, поддержка друг друга в этой ситуации. Уже людей в преклонном возрасте, собственной эпопеи дожития, если хотите, такая очень выстраданная, вместе с тем представленная в традиционном вот этом мастерском, профессорском варианте языковом Сергея Есина, вот, повествовательном. Вот это, собственно, содержание этого произведения, как и последнего эссе, о котором я упоминал, который здесь опубликован. Вот кратце содержание этого довольно емкого собрания сочинений, включающего большую группу романов, который дает нам представление о том, что все-таки Сергей Есин – это крупный советский, постсоветский, российский романист, и с творчеством которого крайне интересно будет познакомиться тем нашим читателям, которые ранее не обратили внимания на творчество этого писателя, либо не были знакомы с его творчеством, с его фамилией, обратив свое внимание в сторону других авторов. Вот такова вкратце биография, жизнь и творчество Сергея Николаевича Есина, о которой мы сегодня вкратце рассказали.